дом молитвой освященный, стоит открытый всем ветрам, и учит бабушка внучонка словам отчизна, мама, храм. Круг добра, круг знакомства, круг друзей. Вот сегодня мы с вами начнем с добрых слов. Я беру клубочек и кидаю вам. Вы делаете то же самое, что и я. Мы с вами плетем паутину добра. Благодарю. Детка, теперь можно уже все. Благодать. Слова произносим громко. Светлана Юрьевна, нам прочтите. Доброе утро, благодарю, нежно, спасибо, счастье, солнышко, добрый вечер, будь здоров, ласковый, мама, любовь, родной, нежный. А как кого из нас зовут? И чем мы здесь будем с вами заниматься, да? Наверное, это вы все хотите узнать, правда? Правда? Ну тогда идемте к чаю за стол. Сейчас. Сейчас, батюшка, да. Ну все, тогда. Давайте помолимся, а потом сядете кушать. Давайте помолимся. Знаете, кто отче, да? Вон, если кто нет, не он знает, вон там кто про себя. Кто не знает молитву, посмотрите. Батюшка будет читать, и вместе с ним все будут читать молитвочку. Понятно, вот. Да? Отче наш, ожеси на беседы, святится имя Твое, придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на бесине земли. Хлеб нас насущный, дашь нам несть, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, но непресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови птия, сработанного яко святости, Боже наш. Аминь. Все, присаживайтесь, давайте. Берите все по булочке, и сейчас мы принесем чай. И паломническая поездка, она особенная, это не просто экскурсия. И еще у нас будет поход, поход в Древний мир. Знаете, что это такое? А где находится этот Древний мир? Да, да, это между Колыванью и Каменным Бродом. Мы все знаем, что есть у нас такое место, которое называется Древний мир, но не знаем, что там, кто там и о чем можно узнать, придя в этот музей под открытым небом. Мы вот с вами сделаем вылазку, поход такой, пройдемся по нехоженным тропинкам и познакомимся с историей древности нашего края. Тогда повторяйте за мной. Царю небесному, утешителю души истины, утешителю души истины, и всея же с ним, и всея же с ним, и вокруг него вырываете траву. Так. Трава. Ну, поведите тоже, выведите траву. Пресноблаженную и непорочную. Пресноблаженную и непорочную. Матерь Бога нашего. Матерь Бога нашего. Тебя величаем. Тебя величаем. Честнейшую херувим. Честнейшую херувим. Каждый день мы с вами будем беседовать и проводить такие уроки добра. Кукушечка, лечу, лечу.
это детская Библия. Вот мы будем с вами на уроках добра читать детскую Библию и притчи, взятые на основе Библии. Но было время, когда ничего не было. Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. И был вечер, и было утро. Твердь, ребята, это что небо, у нас такое? Небо. Это небо. А где тогда он жил, если он создал как небо? Он был на небесах. Это он Дух. Жил. Это Дух. И он создал. Он создал и небо, и землю. И сказал Бог, да произведет вода душу живую. И наполнились воды рыбами, появилось множество птиц и пресмыкающихся. И был вечер, и было утро, и все было хорошо. Да не с кем Адаму было поговорить. Не было у него помощника, подобного ему. И тогда навел Бог на Адама сон. Вынул ребро, закрыл это место плотью, а из ребра создал помощницу Адаму. Так появилась женщина. Почему чистый ребенок? Девочки уже не сядут за ней. Подвиньте сюда, Даша, вот сюда сядьте. А там на полосе? На полосе. Чтобы всем были. Да-да? Что это за цветок? Это одуванчик. Наш маршрут от центра нашего клуб, центр, клуб, церковь и назад. Бежим сейчас. Еще раз напоминаю. Внимание! Марш! Вы не сбивайте друг друга! Смотри, нам тут на целый... Во, у нас мешок! Да, церкви не хорошо, Малкина! И приз! Так как они очень хорошо убирают территорию, ежедневная уборка территории. Похлопаем! Это приз! Сейчас мы с вами организованной колонной движемся на обед. Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое, да будет воля Твоя, як и на небеси, и на земле. Хлеб нас насущный. Винит ребячий смех чудесный. И на сети дух колыбели. Дитя лаская тихой песней. И дом молитвой освященный стоит открытый всем ветрам. Учит бабушка внучонка словам отчизна мама храм.